У ефірі програма «Новини регіону», у студії Олена Мельщенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Тепло на Могилюшині почало поступати в установи соціальної сфери. Перший колокольний дзвін на всю округу. Нову церкву освятили у Шкловському районі. Саме-саме по профмайстерстві. Могилюшські силовики названі лепшими у республіканському конкурсі. Во установи соціальної сфери Могилюшини починає поступати тепло. По інформації начальника обласного відділу енергетики і палива Дмитрія Смірнова, 3 кастричника у облвиконкомі підписано відповідне розпорядження. Однак треба розуміти, що підключення по об'єктах відбувається поступово. Спеціалісти удокладняють, на Могилюшині практично нема причин для затягування підключення тепла до соціальної сфери. Однако, коли действия все же возникли проблемы, все питания треба вырешать на местах, за администрацией установы. По информации начальника областного отдела энергетики и палива Дмитрия Смирнова, жилевый фонд так само полностью готов до початку отепляльного сезона. Однако, отповедного решения по этим питаниям покуль не принято. Увогуле, по прогнозе синоптиков, с 4 кастрычника прогнозуется потепление. Перший колокольний дзвін почула уся округа. У вёсцы Заходы Шкловського району освятили церкву преподобного святителя Миколая Цудотворца. У церкві преподобного святителя Миколая Цудотворца у вёсцы Заходы Шкловського району пройшла перша служба. Провел яе епископ Могилевский Мстиславский Сафроний. Храм узвяли на месце, где колись уже была церква. Будовля стала интернациональной. Над узвядением церквы працавали майстры из Беларуси, Молдовы, Украины и России. На все работы спотребилось 3 года. Само будовництво велося на сродки прихожан и меценатов. Самое главное, чтобы храм строился не только вот снаружи, великолепный храм, но чтобы самое главное, чтобы храм строился в душе каждого здесь живущего прихожанина. Упрыгожили храм 8 званов знакомитой майстерни Ильи Дроздехина. Его творы находятся у Троицкой Сергиевой Лауры, на вот у храме гроба Господня у Иерусалиме. Оказание медицинской допомоги, маневры полоса перешкод со стрелами и еще шерег дисциплин. Могилев примал 13-й республиканский огляд конкурс профессийного майстерства супрацовников патрульно-постовой службы и отрада у милиции особливого призначения. Затем, как проходили споборництвы, назирали наши корреспонденты. З открытия первого у Беларуси памятного знака отрада милиции особливого призначения стартовал огляд-конкурс. Сёлета у одной команде выступали представники милиции особливого призначения и патрульно-постовой службы. Физподрыхтовка – головная дисциплина. У командным залику эстафета, полоса перешкод, стрельба и только потом финиш. Мы всегда должны быть готовы выполнить любые задачи, которые возложены на органы внутренних дел. Поэтому такие смотры конкурса, они способствуют повышению, если так коротко подытожить, мною сказано, это повышение своего профессионального мастерства. Оказание первой меддопомоги, автомобильные маневры, где не только якость, але и хуткость важная. А еще майстерство по прикметах у импровизованном салоне автобуса знайсти пассажира. Только после 5 дней споборництва стало ведомо, что миновито могилевские силовики набрали большесть баллов амаль во всех дисциплинах и завоевали головный приз – службовый автомобиль. 2017 год объявлен годом профессиональной подготовки, и проведение подобных смотров конкурсов оно способствует повышению профессионального мастерства сотрудников. Ребята с ОМОНа, мы с ними вместе занимались 2 месяца. У нас крепкая дружба сформировалась и хорошие отношения. Фото на память с кубком переможцев, и новый УАЗик хутка отправится у патруль на Могилевские улицы. Илья Соболев, Сергей Карпяков, Миколай Соболев, новини региона. Ушанование працовных династий, подарунки, выступления зорок белорусской эстрады и проможцев конкурсу «Новые имена Беларуси». Могилев знов долучился до республиканцев акции Федерации профсоюзов Беларуси «Мы разом». Гэтым разом акция объединяла каля 700 удельников. Узнагороды отрымали больше за 30 работников разных предприятий и установ Могилевской области.
У рамках республіканської акції «Ми разом» узнагороди отримали працівники династії Могильовщини. Серед їх – сім'я Степанюк. Їх агульний стаж праці – 155 год. І, як признаються представники династії, гэта не мяжа. Діти у рашэнні бачать себе у іншій професії. Наша династія, як видите, большая. Начало династії – это положив наш отец Бурмир Василий Александрович, который был участником войны, прошел всю войну с 41 года по 45 год в качестве медицинского работника и закончил войну на Дальнем Востоке. Я думаю, что это наследство, которое у нас стоит, продолжит традиции медицины, которую видите крайне, это будущий наш профессор. А віншавалі ганаровых гасцей акцыі зоркі беларускай эстрады і пераможцы конкурсу «Новыя імёны Беларусі». Рэспубліканскай народна-патрыятычнай акцыі «Мы разам» ужо 3 гады. За гэты час актывісты прафсаюзнага руху шанавалі больш 350 працоўных дынастій і вялікую колькасць маладых спецыялістаў. Наталія Юдакімова, Александр Тарасаў, «Навіны рэгіёна». Юный гимнаст. Новый спортивный турнир для выхованцев дитячих садков Могилева зладили на базе ведомой спортивной школы «Багима». Его удельники споборничали у 6 соправданных дисциплинах спортивной гимнастики. А все для шанса трапить у ведомую спортивную школу. Для детей это яскравая подея и первое выступление у великой зале. Юный гимнаст одночасово и споборництва, и конкурс. Узнагорода быть залишенным у спортивную секцию. Как отрымался, треба стать лепшим за соперников. Усе яны выхованцы дитячих садков Ленинского района Могилева. Подчас попереднего отбору у дошкольных установок для уделу турнира «Юный гимнаст» выбрали 200 самых спрытных и дужих. Мне понравился бег, но я немножко боялся, когда пришел сюда, но потом мне стало весело. Прыгали, бегали, отжимались, на перекладине висели. А не страшно на перекладине? Не страшно. У меня получилось бежать и... И стойка на голове. Гэта і спаборніцтва – новы падыход у пошуках таленавітых дзяцей. У Беларусі стала папулярнай праграма не набору дзяцей у спартыўнай секцыі, а адбору. Такім чынам у спецыялізаваныя групы трапляюць не толькі па жаданню, але і па здольнастях. Я уверен, что пройдет немного времени, и эти дети дадут о себе знать. Может быть, это в будущем будут чемпионы Европы, мира, а может быть, и Олимпийских игр. Лепших на этом турнире конкурсе одобрали у специализованной секции. Удел у спортивном святе стал для детей своеобразным пропуском у склад юнацкой команды Могилева по спортивной гимнастике, а далее и до споборництва. Андрей Шуляк, Александр Тарасов, «Новини региона». Самое прыгожае, актыўнае і таленавітае. Конкурс «Миледи БРСМ-2017» прайшоў у Кастрычніцкім районе Могилёва. На сцену выйшлі 9 вучаніц школ і каледжаў. Кому дасталася карона пераможніцы, даведалася наша здымачная група. Вучаніца школы номер 34 Дар'я Хархалёва выбрала для свайго творчага нумара песню знакамітага рэп-выканаўца з беларускімі каранямі. Дзяўчынка прызнаецца, рыхтавалася доўга. Конкурс адказны, таму і ўдзельнічаць у ім пагадзілася не адразу. На самом деле, сначала я вообще не хотела в нём участвовать, но я подумала, что я подведу своих учителей, всех педагогов, которые за меня болели и отдавали свои голоса в голосовании, поэтому я решила попробовать, и вот я здесь. Актывісты БРСМ конкурс «Миледи» праводзіць не ўпершыню. У сакавіку гэтага года самую прыгожую дзяўчыну выбіралі сярод працоўнай моладзі. Вось і гэтым разам конкурсанткі прайшлі адбор у сваёй установе адукацыі. І вось цяпер, як на сапраўдным конкурсе прыгажосці, візітка, інтэлектуальны конкурс, творчы нумар і дэфіле у беларускіх народных костюмах. За кулісами сябры, настаўнікі і, канешне, бацькі, якія хвалююцца не менш за саміх дзяўчат. Першае месца і званне «Миледи» атрымала вучаніца гімназіі нумар 1 Вольга Благаслаўская. Кожная з дзяўчат атрымала кветкі, памятную ленту, а таксама падарунак. Але галоўным прызам сталі добрыя ўспаміны і новыя сябры. Алена Мельшчанкова, Дары Семянько, Александр Тарасаў, «Навіны рэгіёна». На нашем сайте tvrmogilev.by вы заўсёды можете паглядзець самыя актуальныя навіны в области. А я на гэтым з вами развітваюся. Добрага вам настрою і до сустрэчы.